особо. Маш, ну ты специально делаешь? Итак, мы идем по городу Рязани. Почему? По лесопарку города Рязани. Вот этот патриот Абхазии, это друг Абхазии с абхазской кепкой. Ну, это вторая знаменитая кепка. Да, почти такая, как у меня. Это как Илья, Валерия и Алёша. Так, куда мы идем? Скажите, пожалуйста. Мы идем в лесопарк. В такую холодрыгу. Это у нас центр уличного спорта. А, и что мы там будем делать? Так. Спортом заниматься. Спортом заниматься. Да. Хорошо, начнем с вольной борьбы. Вот они идут, Это мои друзья дорогие. А это вообще крутой парень. Которому вот идти задом наперед. Да. Слушай, сколько сейчас градусов? О, не знаю. 11. Ну, а в Абхазии жара. В Абхазии жара. 14 было. Но мы можем пробежаться. Это когда у дома было.